Проверка под рулевого шлейфа Nissan X-Trail. Это кузов Т-31. Мультируль не работает. Периодически не работает. Короче, смотрите, вот такая ситуация. Вот так я проверяю обычно мультируль. Вот сейчас звук вверх. Громкость добавляем. Громкость не добавляется. На магнитоле, вот там обычно высвечивается дорожка такая. Теперь нажимаем кнопку и крутим руль. Крутим. Вот. Появился звук. То есть в этом положении работает. Ну, не всегда даже, я бы сказал, работает. Потому что сейчас вообще отрубился. А ну, попробуем покрутить. Во. В этом положении опять работает. Короче, под рулевой шлейф, возможно, может быть ремонтопригоден. Я сейчас разберу. Вскрою, посмотрю. Но если он перебился в таком месте, где никакая пайка не поможет, то, конечно, лучше поменять. Так, все, на этом пока все.